Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала «Сад чудес». Сегодня 7 мая, и я заглянула на чуть-чуть на дачу. Сегодня праздник, я ходила на кладбище, в церковь, и на чуть-чуть забежала посмотреть, как дела. Все красиво, все цветет. Тюльпанчики распустились. К нам, правда, холод идет. По выходному дню сказали, похолодает. Тюльпанчики расцветают. Сажала вроде бы одни. Но там, видно, еще и другие будут. В перемешку получились. Попугайчатые. Вообще сажала попугайчатые. Спустилось два красных. Декоративный лук. О, вымахал. Я его выбросила. Где-то что-то осталось, и он опять растет. Мои красотулечки в полном цвету. Надо их пофотографировать. Нарциссики, нарциссики. Мне нравятся мускарики, когда вместе с нарциссиками, с другими цветами. У тебя тюльпанчики красные расцветут. Красиво все вместе. А здесь тюльпанчики желтые. С какими-то прожилочками. А эти посветлее. Тут другая примолка на длинных ножках распускается. А это аквилегия, которую я высадила, выращивала ее из семян. И вот она у меня тут вот еще с той стороны. Я ее посадила. Ну вот, нормально принялась. Я ее рано высадила, потому что она уже была большая. Виноградик нормально набрал почечки, распускает. Хорошо. У меня и забыла виноградик темный. Шаловидный какой флоксик красивый. Сегодня он побольше еще распустился. Красивый. Очень красивый кустик. Такой хороший нарастил. Хотя я чуть-чуть посадила. И правда беленький тоже набирает. А вот беленький шаловидный флоксик. Видите, как разросся хорошо. Вот. Зацветает чуть-чуть. Значит, еще чуть-чуть и зацветут. Лилии везде повсходили. Видно, мышки не очень бегали и не очень их ели. Отцветают гиацинтики. У меня еще беленький гиацинтик. Сейчас вот мускарики белые. Красивые. И белый гиацинтик. И лилейничек. Махровый, низкий. Очень красивый. Здесь они у розочки посажены. А в траве маргаритки. Они у меня были такие простые. Я их все удалила. И вот они, видно, посеялись. И смотрите, какие красивые, с шариком. Ну, прям вот в траве растут здесь, около клумбочки. Красота. В теплице у меня все по-прежнему со вчерашнего дня. Ничего сегодня не сажала, потому что очень устала. Пришла на чуть-чуть. Вот так еще немножко вскопала. И обрезала тут у меня в углу. До теплицы еще росла ежевика. Рубен. Очень крупная, очень хорошая. Попыталась ее выкопать, не смогла. Оставила ее в прошлом году в теплице. Конечно, урожай был супер, все было хорошо. В этом году весной я снова ее не смогла. И что с ней делать теперь, не знаю. У нее так разрослись корни. В общем, привязала ее.
и оставила ее пока расти. Надо осенью было ее срезать, она ремонтантная. Но я забыла. Но она вот дает цветочки, смотрю, на этих вот веточках. Вот эти бутончики у нее. Ну, пусть растет. Но очень были крупные ягоды. И она не дает поросли. Вот хорошо, что она растет кустиком. Ну, придумаю, может, что-то осенью. Все, мои росишечки растут. Переночевали, все нормально. Завтра с утра приду и продолжу сажать. В общем-то, еще рановато. Еще земля не очень теплая. И, в общем-то, редко кто посадил. И так что похолодание еще идет. В общем-то, я пока не очень спешу. В уголочке редисочка растет. Надо ее, в общем-то, скоро выбрасывать. Надо где-то новую посадить. А это у меня голубика. Молоденькая. Вот, хочет там чуть-чуть дать цветочков. Вот, чуть-чуть дает цветочков. Эти бутончики. Крыжовник грушенька. Вот, который бесшипный, который я постоянно нахваливаю. Он мне так нравится, что он бесшипный. И очень были вкусные ягоды. И было много. Кустик относительно молодой. В прошлом году был весь в ягодках. Сегодня-то, в этом году тоже зацветет. Но, может быть, не так, конечно, обильно. Или пока еще я не вижу, он только-только вот выпускает цветочки. А вишенка-красавица уже начинает облетать. Пойдут дожди. О, шмель какой. Пойдут дожди, и она, конечно, все цветочки сбросит. Но такая красавица, такая красавица. Просто прелесть. Белая смородинка. Вон, вся в кисточках. Хорошо же цветет. Надо ее будет попрыскать карпофосиком от тли. Потом, которая начнет съедать. И все будет отлично. А это красная смородинка. Тоже цветет. Хорошо. Ожималась, конечно, вся в цвету. Просто вся. Красивая. У меня ожималась длинноплодная. Махровый нарцисс как красиво расцвел. Очень красиво. Это монарда у меня, которую я высадила, но уже давно, уже, наверное, недели три. Она уже тут сидит. Вначале под баночкой, теперь я баночку сняла. Но ничего, вроде бы принялась, все нормально. Каприфолька. Обвивает мой заборчик. Хорошо, тут она прижилась уже вот второй год. Обвела. Здесь у меня еще пойдут клематисы. И вот с этой стороны там вот маньчжурский клематис чуть дальше. Что-то сходит. Красиво. Мой сад сквозь рабицу. Какая примулка, вся в цветочках. А эти, видите, какие желтые такой, еще каемочка такая оранжевая, распустились. Эти вот я вам показывала махровенькие, видите, какие красивые. Красивые.
Всего доброго, мои дорогие. Пишите, ставьте лайки, комментарии. Пока.